Вот запись сделаю сегодня, у нас 24 июля. За питки, за солодкой заехали. У Романа машины что-то там рульство не в порядке. Сергей дал, и они... Никита побежал, я все подбирал. И они вдвоем там тащили эту палатку. Вот я воскресенье раздавал. Вот это обновляют нашу трассу. Трасса, то есть вот она, где мы стоим, вот она где. Вот, это второй мостик. Второй. Вы хоть фамилию-то скажите свою? Арсентьев. Арсентьев. А величать как вас? Михайлович. Виталий? Михайлович. Михайлович. О, Виктор Михайлович. Вот так. Вот они приехали. Приглашение водителей. А ну-ка покажите, сколько солодки-то. Откройте нам секрет свой. Вот. Палатка. Ну как-то руками замери ширину, высоту. Сколько ширина? Метр? Здесь ну, почти метр на метр. Ну, 90 на 90 где-то так. Ну, 90 на 90 и так кверху, наверное... Ну, и так где-то 40-50. 50. А то вот за день я насобирал за бульдозером. Ну, слава богу, уходим. Никита съездил.